Здравствуйте, я Елена Мин, психолог и парапсихолог, автор книг о сновидениях. И сегодня я хочу ответить на вопрос, который мне задали в письме. Письмо такое пришло. Здравствуйте, Елена. Если у вас есть время, то объясните мне, пожалуйста, сон, который снится мне уже вторую ночь. Я вижу во сне красивую птицу, и она говорит со мной, как говорят дети. Где-то месяца три назад в Германии стали беспричинно падать и умирать птицы, наподобие зябликов. Причина их смертей непонятна. Они умирали стаями и поодиночке. Одна птица упала прямо к нам на подоконник. Я выбежал на улицу и увидел ее. Она была еще теплой, но сердце не стучало. Я пытался ее оживить, согревал ее, но это не помогло. Мне так было жалко ее, она была такой красивой. Я не успела ответить на это письмо. Я извинилась, что отвечу позже. Такой ответ я отослала. И мне прислал повторно письмо этот человек уже со своим объяснением. Когда вы присылаете мне вопросы о своих сновидениях, то желательно, чтобы вы сами также объясняли свое сновидение, чтобы было понятно, насколько вы правильно мыслите в этом вопросе. И подробно ли мне отвечать или не очень подробно. И так все понятно. Вот такое другое письмо, следующее я получила. Благодарю, я извиняюсь, что озадачил вас, но сегодня ночью я видел сон, который мне все объяснил. Я видел вас, вы что-то искали. В руках у вас была та самая птица, но только побольше. Меня это не удивило. Я спустился вниз по ступеням и оказался в длинном светлом коридоре. Там в коридоре я увидел своего старшего брата. Я хотел пойти к нему навстречу, но он вошел в левую дверь коридора. А через пару секунд из этой комнаты раздался душераздирающий крик. Я проснулся, потом долго не мог уснуть. 3 месяца назад, когда к нам на подоконник упала птица, мы получили весть, что муж моей сестры заболел раком. Месяц назад его не стало. Правду говорят, что птица в окно – это вести. К сожалению, иногда и не очень хорошие. Я еще ночью переделал этот сон. Успехов вам, Лена. Что я хочу сказать по поводу данного письма? Во-первых, на что можно здесь обращать внимание? Ну, можно обращать на все детали, можно выбирать детали, чтобы это было понятно, чтобы не было избытка деталей, в которых можно просто закопаться, как в мелочи, как во всяких мелочах можно закопаться. Главное, выделяем суть во всех сновидениях. Суть. Какое послание вам было передано через сновидение? Здесь, во-первых, причина появления птицы во сне, потому что человек отнесся к птице по-доброму, то есть и дух птицы ответил по-доброму, то есть постарался там ее воскресить, вылечить, оживить. И это, конечно, на это, конечно, птица среагировала. И что еще хочу сказать, вот у нас время сейчас замечательное, множество разнообразия, множество выборов. Как бы цивилизация совершенствуется, техника совершенствуется, но экология планеты загрязняется. И перед тем, как что-то происходит с планетой Земля, когда она переполняется каким-то негативом, то идет вариант апокалипсиса. То есть, но до этого идет высокое развитие людей. Высокое развитие заключается в том, что они переходят на духовный уровень восприятия, когда предметы, животные, птицы, растения начинают разговаривать. Здесь в письме тоже сказано, что она говорит со мной, как говорят дети. То есть вы начинаете слышать их или ощущать, или понимать вот ту информацию, которая
передает птица именно через ваше восприятие, через ваше ощущение. То есть это не такая голая информация чистого разума, а просто как бы природа с вами общается. Она же не общается с вами цифрами. То есть ветерок подул, листочек упал, там птица запела песню. То есть так общается природа. И так вот эти все духи данных предметов, существ, явлений с нами общаются. И общаются они в основном в сновидении сейчас. Но потом люди научатся их слышать и так, просто в трансовом состоянии, в состоянии медитации. Или вообще просто в состоянии обычном будет меняться восприятие людей, они начнут более тонко чувствовать природу. Но а пока как бы мы идем к духовному развитию, и если экология будет также ухудшаться, то, конечно, планета Земля, если в реки, в озера, в океаны кидать много мусора, загрязнять все это, то это как у человека кровь также будет загрязняться, и в итоге человек гибнет. Или если кто-то думает, что он будет жить в каком-то красивом месте, безопасном месте, а с другой стороны планета будет загрязняться, то опять представьте свое человеческое тело. Если вы, голова у вас там хорошо дышит, в хорошей атмосфере, а ноги окунуты совершенно в другую атмосферу, в плохую, то и тоже человек может погибнуть. А птицы гибнут от того, что экология загрязняется, сероводород выделяется или еще какие-то загрязняющие вещества природу. И все, птицы гибнут поэтому, как и умирают животные. Это все творит человек. Ни одно животное такое не производит, что производит человек. И дальше я хочу сказать, что да, эти вести, конечно, птицы приносят разные, но это точно вести. И хорошо, что сновидение переделал, потому что любой отрицательный сон желательно изменить в лучшем счастливом ключе. Но то, что приснился брат, который старшего брата, да, в коридоре, он шел по коридору, это, в общем, все переходные состояния, когда человек уходит из этого мира в другой мир. Также и у сновидцев мы переходим иногда через коридор, иногда через лифт, иногда под землю спускаемся. Спуск также означает, что вы переходите в нижний мир. То есть мы хороним человека в земле. Если даже огонь сжигает, это тоже все равно пепел развеивается по земле, если огонь сжигает тело. То есть это переход в нижний мир, ближе к земле, ближе к душе земли. И то, что вот он ушел в левую сторону, это как раз вариант мужского перехода в левую дверь. Но то, что раздался крик, это уже, конечно, возможно, или такое восприятие самого сновидца, или там его брат увидел что-то такое, что-то он сделал такое в жизни, что вызвало к нему приход определенных существ, поэтому раздался крик. То, что человек заболел раком или какими-то другими заболеваниями, здесь вариант такой, когда мы воплощаемся сюда, мы заранее планируем свои заболевания. Допустим, если человек вел плохой образ жизни, то он проходит и умирает от болезни, проходит эту жизнь и умирает от болезни, но в следующей жизни он рождается и ведет здоровый образ жизни, и за собой ведет людей, чтобы они тоже вели здоровый образ жизни. И если человек умирает, как бы считая, что болезнь дана случайно, или он не согласен с этой болезнью, то в следующем воплощении он может становиться врачом и помогать другим людям и выяснять вот эти все причины заболевания, почему человек заболел. То есть ему не дано это было судьбой. Значит, что-то здесь было совершено в этой жизни, или кто-то на него очень сильно обиделся или разозлился.
Вот так протекла энергия, что вызвало заболевание. Ну, что еще хочу сказать, что вот эта любая весть, и когда мы просыпаемся от того, что что-то плохое снится, и не можем уснуть, здесь очень хорошо, вот я говорила об этом, важно переделать сновидение, и важно войти вот в состояние медитации желательно, то есть войти в благостное состояние, прямо осознанно перепрыгнуть из плохого состояния, потому что все в нашем мире есть выбор. Мы соглашаемся с этим выбором отрицательным или мы не соглашаемся. И не просто соглашаемся или не соглашаемся, а при этом мы еще действуем. То есть не согласны, действуйте, меняйте все. Но для того, чтобы понять, как менять, желательно войти в состояние трансовое, состояние медитации, успокоиться и посмотреть на все очень отстраненно, глазами наблюдателя. И тогда приходит ответ, как лучше поменять. То есть вы можете его услышать через других людей или получить сами, как бы, как эврика, как мысли какие-то, озарятся, идеи возникнут, и вы знаете, как дальше действовать, чтобы улучшить данную ситуацию. Или успокоить свой ум, успокоить свое сердце, если вы уже здесь ничего не можете сделать, человек умер. Просто передать ему уже на тот свет энергию любви, понимания, благодарности, что вы были с ним в родственных связях, ну и так далее. И это ему, уже тому человеку, который умер, помогает в том мире, потому что там тоже не все так просто. Раздался крик душераздирающий, значит, будет сложный переход, и вот этому переходу надо помогать отсюда, освещать дорогу, там, молиться, передавать добрые мысли, обнимать этого человека, чтобы ему было легче, все передать, все взаимосвязано. Мы связаны энергетическими, невидимыми, тонкими линиями со всем, что есть вокруг нас. И духовное заключается в том, чтобы это все чувствовать. Чувствовать природу, чувствовать людей, события, явления и так далее. И, конечно, предотвратить экологический кризис планеты Земля. Всего доброго, удачи!